Привет, дамы и господа, мы на стриме, вам хорошего вечера, сделайте себе чайчику или дня, утра, что у вас там, на пороге дня. Соответственно, мы сегодня повоюем, потестим персонажей. Пока мы не начали воевать, сразу вам покажу, что мы достигли за второй день аккаунта. Давайте перейду, вот, да, варвара я выбил на аккаунте, нам выпал варвар и нам выпал вот этот вот месье, да, и мы сделаем лакроса. Я поставлю варвара, я добавлю лакрес, я добавлю шеннон, добавлю фран и ковбойшу. И на пятый или шестой день уже зафармится 10-й гигант. Наверное. Как-то так. Так что тут просто идет дальше раскачка корма, подготовка монстров к 10-му гиганту. Да, вот такие дела. Так что купили пак за 750, ничего оттуда особого не получили. Ну, просто 750 кристаллов слили в свитке. Кристаллов все равно мне хватит, поэтому можно было и не покупать, но так веселее. Просто веселее, да. Так что здесь я ставлю просто качать корм, а мы идем на ГВшку. И еще, опять же, пока мы не начали ГВшить, второй конкурс на этом канале проводим. Первый конкурс, Сергей, ГЦшка тебя, тебе я уже отписал. Спасибо тебе, Сергей, тебе я уже отписал, ты получил у нас пак за 5 долларов, правильно? Правильно, еще раз можете написать в комментариях ГЦ Сергей. Что нужно сделать, чтобы еще раз, опять же, сегодня вы смогли выиграть или завтра, короче, когда напишите комментарий, чтобы вы могли выиграть или пак за 5 долларов, или доступ к альбому. Что нужно сделать? Оставить комментарий под этим видео, написать имя, фамилию, как вы подписаны ВКонтакте, либо ссылку ВКонтакте оставить на вас, или Telegram, или Viber, или просто email, почта. То есть, если у вас нету ни Telegram, ни контакта, ни Viber, можете оставить свою почту, да, чтобы я смог с вами связаться, и вы на выбор выбрали либо пак за 5 долларов, либо доступ к альбому. Доступ к альбому, что вам нужнее. Что такое доступ к альбому, я думаю, знают все, а кто не знает, не стесняйтесь, напишите мне в комментарии ВКонтакте или в Телеграме или Вайбере, что такое альбом. Я вам скину список, и там вы поймете явно, что такое альбом. Там даже есть короткое видео, где четко объяснено, что такое альбом. Уверяю, если вы получите доступ к альбому, ни разу не пожалеете. Так что еще раз, ГЦ Серегу, еще раз, комментарий под этим видео, лайк поставить обязательно, так как это проверяется через рандомайзер, и, соответственно, ждите розыгрыша. Плюс информацию, куда мне вам, если что, написать. А то, если вы оставили лайки и комментарий, но не оставили каких-то своих данных, куда же я буду писать, правильно? Так как в Ютубе нельзя написать теперь в личку. Вот такие дела. Пойдемте по ГВшам. Так, что мы пойдем сюда? Так, с плюс один начнем. Здесь уже пожестче, ребята. Так что я не знаю, будем ли мы тестить тут петушка. Можно на самом деле потестить. Будем клевать его. Клевать. Я думаю, будем. Потестим, короче, петуха сегодня. Еще затестим, да. Так, значит, нам нужна панда. Так, панда. Добавим сюда петушка. Правда, знаете, в чем проблема? Спасибо за подписку. Подписка на Twitch канал. Да, подписывайтесь, кстати, на мой Twitch канал. Вот Twitch. Мы там играем Бравл Стар и другие разные игры. Сегодня с Дашкой играли Бравл Стар. Так что заходите, да, зацените. Так, мы сюда все-таки добавим еще. Давайте петушка мы сюда брать не будем. Может, разве что в эту пачку. Но это не точно. Сейчас посмотрим. А сюда мы добавим арха огненного и добавим сюда, где наша сильфида. Сильфида, вот она. Надеюсь, этот говнячок не в деспайре. То есть может по жопе навалять. Сюда мы можем взять, получается, вот так вот. Добавим сюда, наверное, петуха. Надеюсь, я же говорю, он не сольется. Хотя, раз этот станет и это станет, так еще и массовки, все дела. Сюда тогда логичнее, наверное, взять вот этого месье. И добавить нам сюда нужно какую-то иммунку. Иммунка, сейчас подумаем. Так, барон не заливает, все нормально. Вуса, фран. Может, фран возьмем? Фран или вуса? Давайте возьмем фран. Все-таки баф на атаку сидела. Возьмем фран. Не знаю, зайдет ли он сюда. Просто типа его застанет, нельзя, бла-бла. Главное убить ему вот эту вот панду в ответку сразу. Если убьем, то дальше уже, я думаю, будет нормально. Та-тан-та-та-тан-та-ра-та-тан. Идти прит, Игор. Или Игор. Дровочки. Воу-в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 оу. Харе. Харе. Так.
Ой, у нее еще и контратака. Наверняка в Деспайре, раз у нее контратака. Ой, сейчас ты Марс давай еще раз походи. Нет, удивительно. Арх, нужен проквиолента, чтобы вынести нашего вот этого вот пацана. Спасибо. Проквиолента, не слышал. Харе, откати. Откати этого пацана. Все на контратаках, просто посмотрите. 18 комплектов контратаки. У всех, убей его. Так, минус парень. Так, отлично, пал пацан. Контратака, давай сюда дот. Ой-ой-ой. Сейчас еще походит 10 раз, конечно же, да? Контратака, ну конечно, еще. На тебе еще. Сдох, падла. Какой бы чувак не был виолентный, да, но все равно он, у него есть суперскилл на сосалите. Так, и чувак ничего не сделал. Так, откати-ка. Отлично, откатили. Давай ему еще вот так. И наш прекрасный арх сейчас вмажет. Бах! 999. Эльдорадо. Так, тут у нас иммунка. Ну, чё? Поснимал просто с сучара все. Давай. Давай сюда кинем замедло. Вот чё он не юзнул ульту сейчас, а? Не знаете, чатик? Не подскажете? Что-то знает? Есть эксперты ультовые? Так, давай сюда вот так вот сделаем. Сюда снимем каку эту. Так, попробуем. Чё, как сделать? Давай сюда раскол. Отлично. Чё он не ультует? Он чё, пытается пробить мне хпшки? Ладно, давай. Поведёмся на эту тему. И сюда замедло. Правда, она сейчас почистит ему чакры. Ой, почти убили. Он сюда ульту дал. Вот говнючок. О, какой. Так, сюда крест на всякие. Добиваем этого говнюка. Вообще круто, да? Так, так, живем. Живем. О, как он непредсказуемо дал ульту. Давай сюда ульту, говнючок. Не, ну, посмотрите, тыква прям, да, тащит. Тыква головый вообще. Прям нормально держит удар и фигачит неплохо так. Да, как бы больно бьет. Крест. Спасибо. Так, сюда замедло. Все хочется им ударить и сворвать бафы, как будто водяным играешь. Влажным. Да. Так, сюда замедло. Сука, не кидает замедло. Ну, ультануть он не должен. У него меньше половины хп. Так, паладинша 5 раз ходит. Молодец. Так, давай хильнемся на всякие, а то сейчас ультануть может теоретически. Но это вряд ли. Давай раскол и убьем. Ни раскол не убили. А ты посмотри, что творит. Виолентит просто сатанюга, а? Так, давай, на всякие сюда. Убей. Убили. Да стой, стой ты. Маленький говнячок. Замедло. Шикарно. Так, и упан... Сейчас мы его ультанем. Или так убьем. На раскол кинули. 10 тысяч. То есть с ракет он наваливает просто за здрасте. Со второго скилла. Неплохо. Так, дальше. Плюс это получается мы один ударили. Теперь на петушка пойдем. Мы уже сколько раз мы этого петушка уже лохматили, а? Возьмем на петушка петушка. Еще, подожди. Это у них что, классика какая-то в дефе? То есть здесь такой, да? Там такой. Какой-то он не такой. Кое-что трогает губой. Так, ладно, идем на этого петушка. Только, наверное, на вторую пачку. Но на вторую пачку как-то стрёмно брать сюда петушка. Наверное, на плюс там этот возьмем. Сюда теоретически можно взять, вынести сразу либо Теомарса, либо вынести ему хре-хре-хре-хре. Вот этого парня. Ну, Теомарса мы сразу не вынесем. Да, тут как бы такие дела. Можно взять... сейчас я думаю. Тиана. Тиана, блин, если бы Тиана лидерку давала везде, да? Сейчас подумаю. Ну, с первого скилла, мне кажется... Не, он, наверное, не шотнет. Мне нужно, блин, опять ставить панду. Если панду плюс какое-то ускорение. Кого бы взять для ускорения? Панда, Меган, да? И петушка взять? Слушайте, а может прокатит? Да, давайте попробуем. Главное обогнать вот этого... вот это чудовище. Так, где наш петушара? Петушок, извините.
Так, а сюда мы возьмем стандарт наш для развлекухи. Так, где наша феечка, которая full skill? Да, она теперь full skill, кстати. Мне за нее два диалма навернули. Хе-хе. Да. Так, поехали, попробуем навалять ему. Так, так, так. Ха, мы вроде бы быстрее. И сейчас попробуем ему тогда вынести... Пиздец. Извините. Убей. О, ну хотя бы добили. Тихо, тихо, тихо. Куда ты петушка бьешь? Опа. Опачки. Ну вы поняли. А ты паскуда. Сколько? 23. Раскол? Сечете, да, петушок? Против трех рубиновой гильдии. Ага, кур. Фрррр, просто стан. Чуть не хрюкнул, прикиньте. Бывает такое. Так, и 21 без бафа на защиту. Еще и хилится. Виолентит, хилится. Бьет от скорости, от атаки, от защиты. Твою мать, петух, что ты творишь? Водич, да, пернатая? Ой, он весь в имунке. Вот это прикол. Вот это прикол. Так, давай сюда. Давай сюда. Спи, 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 спи. Сейчас, правда, она почистит чакры ему, посмотрите. Вот мразь, а. Куча дебафов, поэтому она заюзала второй скилл. Хотя и половину хп мы вроде бы как сбили. Так, давай сюда раскол. Отлично. Так, давай сюда вот так вот кинем. Сюда заморозька. Тихо, тихо, тихо. Чшш, паладин, что-то еще ебанутая. Что ты так дергаешься? Так, 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 подожди. Давай сюда все-таки почистим. И сливать нет смысла. Сюда раскол. Классный раскол, 5 звезд. Так, давай сюда сольем. Теперь сюда сольем. Так, сюда спадки. Спи, 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 спи. 13 тысяч на пол столба. Боже, сколько там хп? 14 тысяч с половиной хп? Ай, больно, бля. Эй, ке пасо, ми амор, пор фавор. Ковбойша, все нормально? Смотрите, как она, такая, типа, Толлянта, все нормально. Ты че, я под наркотой, Толлян, танцуем. Давай, давай, не переживай, все нормально, все будет в порядке. Че ты? Давай, давай, нормально, нормально. Деремся. Все, 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 давай, давай, Толлян, давай. Поехали, нормально. Все, она вообще не переживает, походу. Ей на все срать. Она как медоед, понимаете? Стрели видосик про медоеда? Загуглите, напишите. Медоеду на все срать. Обалдеете, какой классный видосик. Он тоже немножко под колесами. Так, сюда. Так, сюда-ка. Да харе, петушара, посмотрите, оно виолентит и виолентит. Паскуда. Заморозься, блядь. Или сдохни, тоже сойдет. Так, сюда. Стой, 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 стой. Так, сюда-ка. Так, теперь сюда-ка. Ага, сюда-ка. Да, петушок, ой, этот, спи, 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 опять эльфийский язык, да, это украинский, наверное, я не знаю, я что, не украинец, понимаешь, так, еще бы быть украинцем в 21 веке, фу, так, сюда-ка, сюда-ка, или одесситы это украинцы тоже, да, я не знаю, чатик, я не знаю, все сложно, давайте ее убьем, короче, почти убили. Почти. Почти замучили ее. Стой, 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 стой. Давай сюда. Все равно еще успеем походить. Сюда добьем. Наконец-то, царство небесное. Так, и перну, да. Ай, успела походить. Стой! О, курва! Сними како. Минус. И все. Габелла тебе! Монашка! Вот он, да? Супер-мега-пати трехзвездочная. Максимально бюджетная, которая раскатывает трех топовых первачей. Вот она, силушка. Богатырская. Ей не холодно, блин, у нее жопа, блин. Замерзнешь же. Петушок получил, да? По горбу. Так, сюда пойдем. Или сюда пойдем. Найди отличие, да? Так, пойдем на этого, этот более жирный. Ну, сюда мы, конечно, не возьмем петушка. Тут как бы не будем лохматить бабушку ему. Сюда это не закатит дело. Так, возьмем лайку или... Или возьмем Гарика. Гарика возьмем. Гарик, сука, чув. Хм. Сука, чув.
Да, возьмем гара. Угу. Так, а сюда мы берем стандарда. Мы отвечаем ему Дуфнисом. Так, Дуфнис. Стандартная атака, стандартная защита, стандартная атака. Таковые обычно берут школьника, да? Школьник. Так, школьник будет держать удар. Так, мы добираем сюда Дуфниса. Так, и Фран, да, я беру. И жопа Фран. Так, сообщение. Отсюда возьмем. Да, погнали. Так, висим в мунках. Шарик, давай. Шарик, будь котиком. Отлично, только и мунку не сними. Собака, ты сутулая! А, Немезис, точно. Блин, надо было брать лайку. Забыл. Точно, он же в Немезисе у меня. Да. Вот. А ты под... Псиара, тебя никто не отвлекает? Там все нормально, ты в порядке, да? Так, давай сюда. Тэн-тэн. Так, я так понимаю... Давай перну сольем. Нет смысла сливать, пытаться Сиару. Все равно эта мразь походила бы. Стой. Нет, пожалуйста, только не... Ой, пиздец, Вуси. Вуса, приехали, выгружайся. Вуса с крылышками? Да, маленький пиздюк такой, да? Такой маленький говничек. Даже эта курва походила сюда. Тихо-тихо. Вот сейчас еще и застанет Гара, да? Ну, пиздец. Идеальный расклад для него на самом деле. Так, сюда. Сиару нет смысла сливать. Габелла. Ну все, сейчас застанет мне. Шарик просто сейчас замучает. Надо было брать лайку. А, опять. Так, маленький шанс. Маленький шанс был. И все, и пассивка. Не? А ты посмотри, что делает? Он в Виоленте, Шарик. Ясно. Не был бы в Виоленте, насосал бы. Надо было брать лайку и все. Боже, блядь, эти эксперименты идут они нахер. Извиняюсь. Лохам этим сливаться из-за того, что ты экспериментируешь. Берешь какого-то гара непонятного. Взял лайку, выиграл 100%, забыл. Так, сюда почисти. Так, сними с него каку. Давай откатим скиллы. Шикарно, кошерно. Так, и не раскул этой обезьяне. Нет, не раскул. Ломаем его купол. Сломаем его полностью. Пошел нахер. Так, сюда капотхилим. Опачки и маночка. Так. Так, давай отсюда снимем каку. Так, своруем отсюда. О, 5 книжек. И мы сюда выносим, да? Классно, Дуфнис. Просто вообще зашибись. Огонь, 5 звезд. Когда у тебя куча точности, но ты настолько полезен, что ну его нафиг. Так, сюда вжух. Он походил со второго скилла, потом походил с первого. Серхий. Я, благо, за 5 лет знаю любой скилл, как работает в этой игре. Спасибо тебе за ликбез. Да, я ж 5 лет играю в игру, не знаю, как скиллы работают у персонажей. Спасибо тебе. Так. Глансик. И тебе привет, Блад. Хорошего вечера. Так, сюда качпок. Так. О, такой. А ты... Добей же ты этого говнючка. Маленького говнючка. Так, и еще мы перековать... А, мы перековали руны. Мы перековали в прошлый раз руны. Так, тут у нас 3 дня осталось до всякой херни. Так. Вот.
мы делаем аккаунт новичковый и зафармим ему гигантика. И освободится место, поэтому кто хочет, следующему могу также развивать аккаунт. Готовы платить за мою работу? Обращайтесь в ВКонтакте, в Телеграме, либо в Вайбере, либо еще где-то. Сразу пишите, сколько вы готовы платить мне, и за 7 дней я вам зафармлю 10 гиганта. Либо за 30 дней гарантированно зафармлю вам 10 дракона. Если вы школьник, у вас там 20 рублей в кармане, пожалуйста, не надо писать, не надо обращаться. Делайте сами это бесплатно, да? За работу нужно платить деньги. То есть я предлагаю выполнить для вас свою работу. Как сантехника, зовете домой, платите ему деньги, он вам что-то делает. Вот, если вы не готовы ему платить, сделайте эту работу сами. Соответственно, кому нужна услуга раскачки вашего аккаунта с нуля, вот как на этом аккаунте, обращайтесь в ВКонтакте, в Телеграме, либо в Вайбере. Всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Всех жду завтра на стримчике. Приходите, заходите, да. Стримлю каждый день на Твиче, на Ютубе. На Твиче стримлю с 16:00, то есть 4 часов дня вечера, а на YouTube переключаюсь в 19:00. До встречи в чатике. Пока-пока.